Авария с признаками смертельного ДТП, но в реальности без пострадавших, произошла на перекрестке улиц Симбирская и Соколовая. На мысли о трагедии прохожих наводили лужи красного цвета. Они растеклись рядом со столкнувшимися автомобилями, отечественной «Ладой» и «Опелем». Оказалось, что это техническая жидкость. Водители и пассажиры иномарки от госпитализации отказались. Хотя последний уверяет, что последствия могли быть намного страшнее. Мы остановились на перекрестке. Зажегся зеленый. Мы поехали на зеленый. Оттуда ехала машина, которая в нас врезалась. В итоге мы чуть увернулись, и столкновение пришлось на крыло. Если бы мы не увернулись, столкновение бы пришлось на меня.